дела? Я начинаю новую рубрику о том, как сэкономить в Лондоне. Будучи студентом, я не могла работать фулл-тайм и получала небольшую зарплату 120-150 фунтов в неделю, что для обычного лондонца, ну, только сходить в ресторан и купить новую кофточку. Однако на эти деньги, которые я получала за работу няней или хаускипером, я продолжала учиться, оплачивая огромные деньги за мои курсы, которые стоили в районе 9 тысяч в год. Несмотря на это, мне еще удавалось один или два раза в год выехать за границу, полежать на море и позагорать. Отдохнуть, так сказать, от учебы и работы. Как же, имея 150 фунтов в неделю заработка, можно накопить такую сумму? Надо сказать о том, что я умею экономить с детства. У меня мама была экономистом, и так как мое детство прошло в советское и постсоветское время, меня научила мама экономить буквально на всем. Вышел из туалета, сразу выключил свет. Приготовил там что-то, сразу выключил плиту. Ну, в общем, что я рассказываю, я думаю, все об этом знают, но не все пользуются. Конечно, мне не приходилось платить за квартиру, так как я работала няней, а au pair live-in. То есть я жила в английской семье, за что мне еще и доплачивали деньги, потому что я им помогала по дому или с детьми. Очень большие деньги тратятся именно на аренду помещений. Поэтому я, сложив 2 плюс 2, подумала, искать работу барменом или хостес или еще что-то, это мне только на то, чтобы оплачивать мою квартиру. И в итоге я нанялась няней и жила в английских семьях. Об этом я чуть-чуть попозже буду рассказывать, а пока вот первый мой секретик, о котором многие лондонцы знают. Это, наверное, видео для тех, кто только приехал в Лондон и пытается как-то сэкономить, потому что, когда приезжаешь в Лондон изначально, цены кусаются, и ты думаешь, о май гад, ты даже полгода не проживешь, придется ехать домой обратно. Но потом привыкаешь, находишь пути и возможности, как избежать огромных затрат и платить меньше. И вот один из таких секретиков называется Reduce. Reduce – это оценка товаров, в основном еды. Маркетинг магазинов в Англии устроен так, что когда срок годности подходит к его окончанию, они наклеивают такие желтые лейблы на товары, на еду, на продукты питания, которые показывают, цена была такая, там, допустим, 1 фунт, сейчас 25 копеек. На 75% они снижают очень редко, но в Tesco, допустим, рядом со мной в Кенсингтоне, я нашла именно такой редьюс, который каждый день в районе 8-9 часов вечера снижают до 75%, и ходила 2 или 3 раза в неделю закупалась именно в редьюсе. Конечно, вы скажете, не свежая еда, кому она нужна? Нет, еда свежая, заканчивается срок годности сегодня. Я приходила, покупала, сегодня же готовила и заправляла в холодильник то, что я могла еще 2-3 дня есть. О такой опции, как редьюс, мне рассказал брат, когда я только приехала в Англию, и он часто сам покупал такие продукты, и мы вместе ели то, что он купил сегодня, сегодня же и съедали. Когда у меня приезжала мама в гости, я всегда гоняла ее в Tesco, чтобы она купила еды в редьюсе, потому что кормить двоих мне было уже накладно. Но редьюс нас сильно выручал, и питание на двоих мне обходилось дешевле, чем даже когда я питалась одна, потому что я не всегда покупала в редьюсе. Когда у меня было время, тогда я бегала в магазин. А так то учеба, то работа не давали мне шансов, или я уже была без сил к вечеру, каждый день или там через день бегать в магазин и покупать товары в редьюсе. В основном в редьюсе продается хлеб, но английский хлеб мне очень не нравится, потому что у меня от него какие-то проблемы. Всегда с желудком, всегда вздутие происходит, всегда что-то бурлит. Видимо, на какой-то компонент у меня аллергия или что. В России такого нет, с хлебом у меня все нормально, но сам по себе хлеб я не так-то часто и ем. В Англии я перешла на хлебцы. Но иногда покупала и хлеб, и булочки. Я любила булочки. По моей фигуре можно понять, что я люблю сладкое и не собираюсь от него отказываться. Вот на булочки как-то я подсела, а потом у меня начались проблемы с желудком. И вот
пока я не уехала из Англии, они продолжали. Сейчас все в порядке и не жалуюсь. Один раз мама слышала разговор по пути, русская женщина по телефону кому-то рассказывала. Ну что, говорит, они тут в Англии в этот хлеб презервативы кладут. Конечно, он невкусный и не полезный. Мама пришла домой и рассказала мне, какие, говорит, презервативы у вас тут кладут в хлеб. Я что-то не поняла, слышала сейчас женщина по телефону говорила своей подруге. Я говорю, ну, это не презервативы, это preservatives. То есть консерванты и антисептики, это так переводится. Она говорит, а я уж испугалась, уже у меня, говорит, мысль побежала, это как это так? Я говорю, ну, вот так, у нас русские в Лондоне любят выворачивать английские слова и рассказывать об этом по-русски. Кстати, хлеб я покупаю в литовском магазине на Стратфорде, там очень вкусный литовский черный хлеб, правда, стоит он 1,69 фунта. Вот такой вот вкусный, и никаких проблем с желудком у меня от него не было. В последнее время хлеб стал в Англии меняться, и какие-то новинки появляются, то с оливками стали выпускать, то три сыра, то какой-то японский хлеб. А вот недавно я купила хлеб с черникой. Очень мне понравилось, но, конечно, опять же таки, много я его есть не могла. Именно в редьюсе купила попробовать, чтобы понять, что это такое. Интересный вкус и, ну, что-то такое необычное. Он немножечко сладковат, но идет как хлеб, в принципе, с любым блюдом и даже к чаю. Как напасть на этот редьюс? Редьюс в основном происходит вечером. В очень многих магазинах скидывают только, ну, там, 20-30%, особенно Marks & Spencer, Waitrose. А это очень дорогие магазины по продуктам питания, считаются в Англии. Мне кажется, они предпочтут больше выкинуть, но, опять же таки, этика заставляет их все-таки заботиться об окружающей среде и продавать хоть и дешевле, но продавать и даже получать какую-то копеечку за это. Однажды, когда я ехала откуда-то с какого-то мероприятия поздно вечером, часов в 9, и вышла на Кенсингтоне, решила зайти в Marks & Spencer. Мне очень крупно повезло, я купила такие салатики, которые продаются там по 2-3 фунта. Я купила за 20 копеек 3 салата разных, из бобов, из каких-то киноа, кускус, ну и там листья, оливки, курица, очень разнообразные салаты. Я такие очень люблю, и вот за 25 копеек один салат, ну копеек это пенни, за 25 пенни, который стоит, допустим, 3 фунта, это 240 рублей, а я купила за 25 пенни, это где-то за 25 рублей, то есть в 10 раз дешевле. Ну да, там была 90% скидка, и плюс еще мне такие пироженки достались, тарт называется, тоже по 25 копеек, они стоили фунт, а продавались 2 за 25. Ну, что смогла, урвала. Конечно, я там драться не стала, там многие люди приходят, но вот именно в тот день мне повезло, что мало было народу, и что-то мне удалось схватить. Очень вкусные тарты, кстати, в Marks & Spencer. Но потом, сколько я не приходила к 9 часам в Marks & Spencer, было очень много народу, который вокруг ходит и ждет, когда начнут приклеивать новые ценники. А вот в Tesco это уже был мой магазин, в который я раз в 2 дня ходила, весь народ уже знала, со всеми уже здоровалась. И как бы, ну, там не то чтобы бедные, но просто люди, или которые экономят действительно, или действительно бедные, там старушечка одна была, которая ходила, со всеми ругалась. Какие-то еще поляки приходили, скупали все сразу, вырывали там у всех все мясо и весь хлеб, и целыми корзинами вывозили куда-то, видимо, они кого-то кормят, может, каких-то строителей или что-то. Однажды я пришла туда после какого-то мероприятия, вся такая разодетая, нарядная, обычно ходила там, ну, как с собаками гуляла, в каких-то штанах заляпанных, в куртке в обычной, и, ну, проходила под свою, а тут пришла такая мадам, как леди, как в моем слогане сказано, да, и бомж, и леди. Вот туда, в редьюс, я ходила, в принципе, бомжом. Наряжалась специально так похуже, какой-нибудь шарф намотаю, какие-то штаны такие, трико, типа.
и проходила за своим. Тут пришла леди в пиджаке, ну просто на обратном пути решила заглянуть, что там сегодня выдают в редюсе. И бабушка меня и не признала, я с ней здороваюсь, она смотрит на меня, кто такая. А потом, когда уже я пришла такая своя в доску, меня один мужчина спрашивает, а ты где работаешь? Я говорю, я не работаю, я студент. Он такой, то есть он думает, ну, что такая молодая и ходит тут, побирается. А на самом деле, да, жизнь студента очень сложная, платить большие бабки приходится за это обучение, и приходится как-то экономить. Бывают очень большие скидки в этом редюсе, я иногда покупаю мясо, хорошее такое качественное мясо, допустим, в прошлом году на Рождество был такой окорок, и стоил он 15 фунтов. Я приехала после Рождества, я Новый год проводила в Питере, и приехала и как раз попала на распродажу этих окороков. Видимо, на Рождество они не ушли, и заканчивалось где-то 15 января у них срок годности. И пришла, и там, наверное, штук 50 их вывезли по 1 фунту. А я, как таковой, мясо перестала есть в Лондоне, потому что тоже какое-то несварение пошло. Особенно на уже готовое мясо, на какие-то котлеты. Какой-то сбой у меня произошел, может быть, в связи вот с гибелью брата. У меня организм полностью стал как-то перестраиваться, какие-то нервные срывы были. И здоровье у меня, конечно, подорвалось в тот момент, в 2016 году. И вот 2 года, где-то 2,5, я отходила, потому что нервов было очень много, все его дела пока закрыла. Очень много нервов истратила. И мясо вот как раз в тот период я практически перестала есть. Я ем курицу и рыбу в основном из мясного. А тут как бы вывезли 50 окороков, и я понимаю, что за 1 фунт, который стоил 15 фунтов, это очень дешево, и люди даже уже набрали там себе 2, 3, 5 и не стали брать, там еще море лежало и никому не нужные. Я взяла 2, один простой, один гриль там был. Ну, я взяла 2 про запас, потому что я знала, что мама приезжает, засунула в морозилку, и потом мы его сготовили. Очень вкусное мясо оказалось, особенно подкопченный смок, называется, окорок. Очень вкусный был, так что я не пожалела. Пожалела, что больше не взяла, но на тот момент у меня был маленький холодильник, и в морозилку вместилось как раз только 2 окорока. То есть, если я покупаю в редьюсе какой-то продукт, который сегодня-завтра заканчивается, я засовываю в морозилку и потом там через неделю или 2 готовлю. В этом ничего страшного нет, не сдохнет мясо или что-то. Или сразу готовлю. А под конец я уже стала охотиться только за салатами. Салаты, конечно, скидывали, ну там стоил он, допустим, 2,50, скидывали за 60 копеек я покупала. За 60 пений. И никому салаты не были нужны, а я как раз ходила только за салатиками. Потому что очень удобно было. На следующий день я всегда брала его в университет и там уже обедала. Кстати, в университете я ни разу не кушала в столовой, всегда приносила все свое, но об этом тоже в следующих роликах. Пока на этом все. Пока-пока.